Специалисты МБУ «Зеленстрой» продолжают украшать Тверь. На набережной Степана Разина высаживают герб нашего города. Обновляют надпись «Мы любим Тверь», а на склоне возле балюстрады городского сада яркие цветники уже вовсю радуют горожан. Об этих и других работах по благоустройству подробнее в нашем сюжете. Вот так из бегоний, бархатцев и цинерарий специалисты МБУ «Зеленстрой» создают цветочную надпись «Мы любим Тверь». В этом году дизайн, конструкцию цветника обновили. В этом году заменили буквы, обновили, так как старая конструкция пришла в негодность. Покрасили, добавили вокруг сердца дополнительную культуру цинерария, что также будет выделять его на фоне зелени. Работы по выставке цветников сейчас ведутся по всему городу. Специалисты «Зеленстроя» украшают площади, парки и скверы. Сейчас также идет уже подготовка к уборке тюльпанов. Как они отцветут, будут также высажены на этих местах цветники из однолетних культур. Кроме того, сотрудники МБУ «Зеленстрой» продолжают работы по покосу травы и уборке скверов и парков. Обкашиваем все видовые места. И также санитарная обрезка деревьев. В дальнейшем также в связи с отрастанием кустарника начнется и стрижка формовочная кустарника, чтобы он был красивый и аккуратный. Покосы продолжатся до конца сентября, ну а цветники при бережном отношении горожан будут радовать в течение всего летнего сезона.